В этом видео мы покажем тебе, как объединить в одном макияже знойные смоки айс и идеальные стрелки. Первым делом нанеси светлые тени на всю поверхность верхнего века и во внутренний угол глаза. Черным карандашом для глаз прорисуй внутренние линии верхнего и нижнего века. С помощью мягкой черной подводки для глаз подведи верхнее веко как можно ближе к ресницам. Во внешнем уголке глаза соедини линии, чтобы получился треугольник. Растушуй чистой кисточкой для макияжа. Заполни получившийся треугольник тенями черного цвета. Для большей четкости используй кисточку со скошенным краем. Растушуй тени чистой кисточкой. Добавь на веко немного тепло-бежевых теней и растушуй, смешав с черными. В завершении образа нанеси несколько слоев туши для ресниц. Готово! Ты только что сделала макияж, с которым станешь королевой любой вечеринки.